Анонс и точность выхода 28 серии турецкого сериала «Невеста». 28 серия сериала выйдет в эфир 2 июня. Ранее в сериале мы увидели, как Джихан приезжает к матери. Они разговаривают. И Джихан старается, чтобы мать лишний раз не переживала. Ханчер собирается поговорить с Мукадер. Она обещает сынам, что передаст женщине ее добрые слова. Ханчер очень хочет, чтобы вся эта агония поскорее закончилась. Ханчер подслушивает разговор Джихана с Нусретом. Мужчина говорит Джихану, что семья Ханчер просто их обокрала. И он обещает найти ему кандидатуру получше и подешевле. Джихана злят эти слова, и он грубо прижимает собеседника к стене. Он говорит мужчине, что если уж выбрал Ханчер себе в жены, то это может значить только то, что для него эта девушка бесценна, и требует, чтобы Нусред больше не говорил так о его жене. 28 серия сериала выйдет в эфир 2 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.